Еще один угон произошел в Сургуте. Здесь из подъезда увели велосипед. Полицейские нашли его по отпечаткам пальцев. В дежурную часть обратилась хозяйка двухколесного транспорта. Неизвестный похитил велосипед из подъезда. Полицейские сняли отпечатки пальцев с входной двери подъезда. Это и стало ключом к разгадке личности подозреваемого. Им оказался 27-летний югорчанин, который уже был судим за мошенничество. Мужчина признался, что хотел продать велосипед. Теперь ему грозит наказание по статье «Кража».